Вот бортовой улей, который раньше использовали обычно вот такие здоровые, да, какую, как вот тут его дел выдалбливать, да? Вот он у нас тут стоит, не знаю, откуда он взялся, походу тут раньше его использовали или хотели использовать. Тут выжигали даже его, по-моему. Вот такой здоровый улей. То есть, конечно, делают его немножко там, как говорится, она, это как бы сказать, все пчелы, которые там, когда готовятся, ну, готовы уже, готовятся уже забрать мед, как бы там получается с пчелами, со всем, с расплодом, с медом, с пергой, все это как бы вместе получается одна общая масса. Ну, можно сказать, конечно, так варварски, да, сразу все. Но зато она полезна, все, все вместе, все в одном, как бы все пчелопродукты в одном. Ну, как бы многие пчеловоды это не используют, потому что, да, приходится убивать пчел полностью. Вот.